А вы знаете все относительно. Любовь и жизнь в целом мучительны. Кому-то глянцевый анорак, кому-то сифилис и доширак, кому соседство с холидейроем, кому кровавые геморрои, кому родиться в богатой семье, а у кого-то все по пизде. Кто-то мечтает наделать детей, кто передрать всех районных бледей, кому-то трахать гламурных шкур, кто с наркоманкой лемур-тужур. Кто-то детей не может рожать, а кто ебется как портовая, блять. Кто-то мечтает увидеть отца, кто не дождался его конца. Кто-то всю жизнь его долго ждал, ну а кого-то отец заебал. Кто-то ночами не может спать, ее малышку бросила мать. Кто-то зубами вцепился в трон, ну а кого-то сожрал мефедрон. Для кого-то будет жизнь апогеем, кто-то станет классическим геем, кто-то на фирме стоит у руля, а кто в армейке ловил пиздюля. Кто за страну неугодных порвет, а кто за границей очень скромно живет. Кто-то займется черным обналом, а кто по жизни будет шакалом. Кто-то обидчиков свернет на вилы, а кто по жизни будет терпилой. Кто-то спиною прикроет брата, а может сделать из брата кастрата. Кто-то спасает детей из воды, ну а кому-то все это до пизды. И мы уходим все как-то глупо, из-за какой-то странной залупы. И он ушел ни в бою, ни под коксом, он был мастер спорта по боксу. Семья невесту очень сильно любил, пьяный уебок обоих сбил. Одно родители сильно любили, два пидораса в лесу расчленили. 18 лет с югов прилетела, она по синьке не дача сгорела. Четвертый курс караул патрон, один выстрел застрелился Антон. Другой опер московского мура, подстава и дело в прокуратуре. Лицей сестра, лучший друг Давид, диагноз смерти его убил ковид. А вещества еще то казино, чуть перебрал и вышел в окно. Район братва, шикарная дама, нашли его тело, такая вот драма. Другой закон услужил в унисон, уснул поздно ночью, настал вечный сон. Я помню бар, футбол и табло, мне в этом же баре разбили ебло. Ночной подъезд, мой страх, его мат, но слава богу, помог мне травмат. Я помню детство, отец пистолет, я повзрослее взрываю штакет. Потом настала холодная осень, а грозный сержант кричит 8. А этот спич про смерть и понос, я на работе словил передоз. Лицо скрутило, как от мухи ЦЦ, тогда сбежалось все МФЦ. И кто я такой, чтобы всех осуждать? Я-то успел везде побывать. Я видел болгарские горы и малолеткой портил заборы. Два раза почти был женат, то мозгов не хватало, то ли я ебанат. А у меня квартира с обременением и по оружию два применения. Все та же советская ванна, и продолжаю любить я Диану. Закончу на этом свой личный гной, спасибо тем, кто остался со мной. А вы знаете все относительно, любовь и смерть очень сильно мучительны.